Почему у нас район весь заставлен металлическими гаражами и никаких мер не принимается? Со своей проблемой жительница микрорайона Тепличный Зинаида Белозерцева решила обратиться в администрацию города и отправилась в общественную приемную главы, которая работает раз в две недели в соседнем доме. 13 февраля прием граждан вел главный архитектор города Николай Майоров. Ему Зинаида Сергеевна и рассказала о проблеме микрорайона. У нас было раньше так. Вот поставили железный гараж, идешь к участковому, у вас комиссия у архитектора по средам была через неделю. Все, на завтра гаража нету. Как-то надо убирать их. Ну почему? Кто где хочет, там поставил и все. Незаконно установленные гаражи будут демонтированы, пообещал Николай Майоров. Как пояснил главный архитектор, главная проблема – установить владельца такой собственности. Чтобы убрать этот металлический гараж, да, это считается собственность. По закону. Да. Чтобы, значит, что-то с этой собственностью сделать, значит, надо в суд подать. Чтобы в суд подать, надо знать, на кого подать. Чтобы решить такую проблему, требуется помощь и самих жителей. Если волокжане сообщат, кто владелец незаконно установленного гаража, дело решится намного быстрее. Только совместными усилиями можно навести порядок в городе. Екатерина Василенко, Игорь Пантин, Вологда Портал.